Разведка передала мне мою следующую мишень, доктора Гюнтера Крайдля, эксперта по ракетным двигателям. Он предпочитал передвигаться по городу в сопровождении бронетехники. Мы полагали, что у него есть документы, которые могли привести меня на завод по производству ФАО-2, где прятались еще трое ученых. Я определил точку на маршруте, где можно было заложить взрывчатку и остановить конвой. Естественно, этот район охранялся. Но другого я и не ожидал. Так, карта задача. Обойти КПП. Так, вот это вот я здесь. Типа мне вот здесь вот надо залезть, да, желтая задача. Вот здесь вот пролезть. Понял. Так. Блин, как его бы это потихоньку туда пробраться, чтобы он это отвернулся. Да ладно, я пробежал. Ай! Мне кажется, вон туда вообще надо бежать. Я думал, блин, мне в дом надо, короче, охренеть. Так, а кто еще болтает здесь? Ой, я... Все, мне надо принять здесь бой, будет неравный бой. Так. Они меня даже не заметили, блин, прикольно. А, все, спалили меня. Меня спалили. Так, тихо-тихо. Блин, сейчас побегу, там снайпера, наверное, в окошках сидят. Нормально. Можно идти. Слушай, я могу заложить ведь, да? Что там удержит, блин, я не помню, как минуты класть. О, на фугас, растяжка. Ладно. Вот здесь надо фугас точно. Пойти. Установить мину, наверное, я сейчас так и сделаю. Так, надо в настройках посмотреть параметры. Управление, мышь, клавиатура. Действие. Следующий предмет использовать. F. Понял. Вот здесь поставим. Все. На всякий случай. Так, мне куда надо? Мне наверх надо. Растяжка установлена, у меня еще фугас есть. Тихо, 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 нифига себе. Все, отличненько. Так, чё, кто там? Бац!
Чувак, походу, хотел прикёрнуть, чуть-чуть поспать. Я ему такой не дал. Долежался. Блин, круто. Чё, идём дальше. Пулемётное гнездо. Скорее всего, там должен быть чувак быть. Оп, меня спалили, походу. Хедшот. Нихера ему прям. Блин, круто вообще. Блин, патроны кончились, зараза. Отходим, 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 отходим. Так, пулеметчик. Автоматчик где-то. Ага, вижу. Блин, круто. Вон вижу. Ага, там еще один. На, блин, прям в сердце, короче. Да, я угадал, охренеть, я случайно, мне вообще, блин. Думал, что реально там нет никого, просто выстрелить. А это снайпер был. Круто. Так, вроде все зачищено. Блин, я музыку убавлю, что-то прям это вообще. Аудиомузыка. И звук вот этот, и вот этот убавлю. Вот так вот. Сохранить, да. Так, я надеюсь, вон там. Кто там в окне, по-моему, нет? А. Картинка. Так, самолет пролетел какой-то. Так, там нет никого. Все, бежим, бежим, бежим быстренько. Здесь, надеюсь, тоже все чисто. Да, не сюда. Задача выполнена. Блин, на эту винтовку бы снайперскую еще глушитель бы одеть. Их нихера, их там трое. Там трое. Че, надо валить, наверное, их, я думаю. Блин, на третий раз попал. Ранил. А, нет, убил. Нет, не смогу туда встать. Да? Вон он.
А, прям, блин, конечно, в спину чуваку. Он вообще не ожидал. Короче, он, я так понял, они не поняли, откуда я стреляю. Так, вы подобрали гранату. Так. Граната. Как ее бросить? Вон туда. Ай. Есть. Бац. Еще одну гранату взял. Так, мне надо туда пробраться. Здесь нет ничего. Полюбасу здесь снайпер где-нибудь сидит. Сейчас я побегу, он меня собьет. О. Заложить взрывчатку на маршруте конвоя. А, я уже практически все подбегаю. Вон там. Одна установлена. Вижу. Ага, показалось, кактус. Так, отлично. Блин, город разбомбленный, конечно, вообще. О, тихо, он меня прям не видит. Так, это, наверное, я зря сделал, да? Хера они выбежали, блин. Мне, короче, оба, сзади. Вон, вижу. Хедшотно. Мне надо, куда мне надо? А можешь вот здесь вот взрывчатку поставить. Понял. Задача выполнена. Добраться до позиции стрельбы. Где позиция стрельбы? Вон туда. Так, я понял, мне надо наверх залезть. Как-то залезть наверх. А, вот здесь вот. А, нет, вот проход. Там, наверное, сейчас лестница будет. Блин, да. Я как будто... Оп-оп-оп-оп, нифига он там сидит. Не прям, он спит. Вроде. Больше здесь никого нету. Так, у меня что-то показ какая-то, что-то, что по мне сейчас пострелять будет. Ё-моё! На, в голову, блин. Здесь еще, оказывается, кто-то есть, блин, вообще. Охренеть, блин. О, я прибыл на точку. Вон туда мне надо. Так, задача выполнена. Новая задача. Подорвать заряд, чтобы остановить конвой.
Бац. Все, конвой тормознули. Крайдл, не дав ему сбежать. А где он? Вон он. Это ведь он? Бац. Нифига себе. Задача выполнена. Обыскать труп. Эх, нихера, танк едет. Мне сейчас надо, походу, оттуда будет валить. Ага, вон красный мигает сзади. Понял? Поэтому штукенцам надо сейчас будет стрелять. Так, пулеметчика. Ё-моё, давай, давай. Блин, меня сейчас так завалят, блин. Это бац. Так, здесь. На, понял. Твоя каска тебя не спасет. Прям на ходу. Так, вон еще вижу. Бац, прям, нифига себе, как прострел. Прям показывается крут, как простреливает. Вон еще один вижу. В ногу ему так раним. Бац. В сердце. Блин, еще один там он. А, я упал. Так, мне надо обыскать труп и как-то завалить эту тачку сзади. Я так понял, мигалки у нее стоят, мне надо обойти. Ё-моё. Так, отходим, отходим отсюда. Надо просто вот здесь спуститься и обойти. Так, меня заметили? Меня не за. Что, все, меня спалили? Блин, а, стой, у меня есть, что у меня есть? Динамит, фугас. Граната? Ёп, я на нее побежал. Слушай, кто-то здесь кинул. Так, обыскать вот этого чувака. Теперь, наверное, вернуться, покинуть зону, да? Ага, тогда хер с ним, с этим танком, убегаем, блин.
Так, он там... Нет, показалось. Тень просто.